Привет! Сегодня у нас на повестке дня быстрое, простое и очень легкое в использовании средство для ванны. В основе мы берем бисер для ванн. И сегодня я покажу, как просто, быстро в домашних условиях его окрасить. Я взяла один бисер белый, второй бисер уже окрашенный бирюзовый. Для того, чтобы окрасить наш бисер, мы возьмем сегодня пигмент косметический бронз. Открываем пигмент и берем примерно четверть чайной ложки этого пигмента. И активненько перемешиваем его в стакан. Вот такая красота у нас получилась. Весь секрет окрашивания бисера в этом. Итак, дальше мы берем баночку. Обычная такая баночка нам нужна, квадратная и очень дешевая. Берем, значит, наш окрашенный бисер и берем бисер бирюзовый. Опять же вскрываем пломбу, открываем бисер. Предварительно окрашенный нами. Вам можно его уже не окрашивать. Смотрите, какой красивый цвет. Просто потрясающий бисер. Насыпаем. Я воспользуюсь ложкой, если вы не против. Часть бирюзового бисера, часть бронзового бисера. И, в общем-то, чередуем. Бисер чем хорош? В нем содержится морская соль, полезные минералы, витамины. Он очень доступен в цене. И с ним просто работать. С ним можно сделать столько красивостей, в том числе для фото, в том числе для украшения ванной, что цены этому простому продукту нет. У нас получился такой молодежный бисер. Я подобрала к нему красивые наклейки. Сначала мы закрываем крышку плотно. Все, она везде щелкнула. Я взяла вот такие прикольные наклейки. Люблю, целую, думаю о тебе. И подарок для тебя. Я предлагаю поклеить это все по разным сторонам. То есть, например, вот с двух сторон мы наклеим вот так. Думаю о тебе и люблю. А совершенно неожиданно целую мы наклеим на крышку. Примерно что-то такое красивое и очаровательное у нас получилось.